Добрый день, уважаемые друзья, вернее уже добрый вечер. Сегодня 13 июня 2016 года, время 20 часов 40 минут. Продолжается первый сет матча первого круга теннисного турнира. Второй категории ТЕ. Теннисного турнира второй категории ТЕ. Встречается на 10-м корте второй сейный Егор Агафонов, Россия. Юноша выступает в красной футболке и красной бейсболке. И против него выступает, видимо, спортсмен из Литвы. Такой мощный парень, который играет в такой силовой теннис. Высокий парень. Очень качественно играет латвийский спортсмен. Да, юноша берет свою подачу. Видимо, счет 3-2 в первом сете в пользу литовского спортсмена. Соперником Егора является Матас Брузарс, Литва. Мощный парень. Пока что Егор не справляется. Егор работает на перекрут. Но уступает пока что по ходу первого сета со счетом 2-3. Видимо, юноши каждый берут свою подачу. Матас Брузарс, Литва, против Егора Агафонова, Россия. Срывает удар Егор. Мягко достаточно Егор подает. Усилил Егор, держит игру, под право Егор садится, хорошо играет литовский спортсмен, абсолютно держит игру Егора, никуда не торопится, обратный кросс в исполнении Егора, что творится? Забивает Егор. А Матас Брузарс по 15. Матас Брузарс. Бьющий парень. Но Егор тоже включил турбо и, в общем-то, качественно. Ошибка Егора в выполнении удара с отскока. Ну что можно сказать про игру этих ребят? То, что Матас Брузарс придает большее вращение мячу, но его физические кондиции, видимо, позволяют это делать, потому что он очень выше где-то и вперед. Егор работает на растяжках, но Матас спокоен. Интересно.
качественно играет Егор, включает турбо на максимуме. Да, еще какая-то особенность у Егора, какая-то травма. Колено левой ноги у него перемотано. Видимо, что-то с коленом, что-то нехорошо у Егора с ногой. Но насколько он чувствует игру, насколько правильно он играет, насколько по-игротски все делает, вовремя укоротил все. Короткий мяч. И Матас Брузерс хорош в обводке, чувствует игру, сильный спортсмен, меньше, видимо, то ли меньше, не знаю, борьба тяжело Егору, он уже включил, видимо, максимальную скорость, то есть он уже использует укороченные удары, начиная с начала первого сета. Что творится? И подача вроде отдает Егор подачу. 2-4 в сете номер один. Причем, видимо, торопится выиграть. Но нужно обратить внимание, что Матас Брузерс он не форсирует. Он просто держит спокойно мяч. Он не пробивает на силу все подряд. Он очень спокойно чувствует. Хорошая подача прямо под линию. Аут, да, действительно был аут. Как только Матас Брузерс начинает атаковать, начинает допускать ошибку. Хорошая длинная подача. Вот. Егор с перебинтованным коленом стартует и кладет мяч вдоль сетки. Грамотно все делает. 0-30. Хорошо играет. Ошибка Егора. Все правильно делал, но нужно вращение. Матас Брузерс не торопится. Крепкая нервная система у парня. Спокойно кладет мяч. 15-30. Хорошо поставленная подача. Егор. Горочка, еще горочка, тяжело Егору, садится подлево, резак не проходит. Грамотно играет литовский спортсмен по 30. Ключевой момент первого сета, друзья. В случае, если Егор идет передохнуть, вытереть пот, в общем-то справедливо, немножко подсел. Розыгрыши тяжелые. Крепкий соперник попался Егору. Не проходит первый мяч. В принципе, неплохо поставленная подача, но... И двойная ошибка. Да, это непростительно. Таких историй Егор не прощает. Неплохая подача. На растяжках Егор. Не прощает Егор такой истории. Делает обратный брейк. Да, не хватило класса. Матас Брузерс. И он ведет, правда, пока что со счетом 4-3 в первом сете. Но какие-то непростительные ошибки у него пошли.
Да. Как говорится, в этом матче нашла коса на камень. Второй сеянный игрок, член сборной России Егор Агафонов, встречается в первом круге турнира с таким крепким середнячком. Матас Брузерс. Высокий парень, хорошо двигается, прекрасно бьет. Но вот хватит ли ему опыта противостоять Егору, это еще история. Длинно принимает под заднюю. Егор играет такими... Что творится? Четко Егор читает игру, доходит ногами. Матасу нужно было пробрасывать вдоль троса. Он решил сыграть Егору по прямой. Да. Берет Егор очко. Единственное, что, видимо, Егора все-таки колено беспокоит. Не проходит первый мяч. Вторая подача надежная. Что творится? Ну вот. Вот что творится. Ну, Матасу что не хватает? Ему не хватает остроты приема. Он принимает туда же. Мощно, но туда же. Егору это удобно. И дальше он уже начинает раскладывать. То есть прием у Брузерса должен быть более четкий по месту. Так-то вроде все ничего. Вот как только его пошла игра, сразу преимущество. Рычаги. Ростовые характеристики, крепкий удар. Так мощно пробивает парень низко над сеткой. Егор играет на грунте, добавляя немножко вращения. Вот не идет первый мяч. Не идет у Егора первый мяч. Вот ключевой момент. Ключевой момент первого сета. Простовато играет Брузерс. Да, нельзя так играть против Егора. 40-15 Егор. И вот Егор цепляет уже свою подачу. И такое ощущение, что... Значит... Литовский спортсмен уже как-то себя чувствует не в своей тарелке. Сейчас, если Егор зацепится, то, ну вот, собственно говоря, пошло-поехало. Первое бросание ракетки. Да, Егор по-чемпионски разобрался с Брузерсом. Все-таки давление авторитета, видимо, сказывается. Сказывается давление авторитета Егора. Счет по 4. Четко, Егор, по месту все. Не проходит у литовского спортсмена первая подача. Вторая безупречная. Дальше начинается история. Дальше начинается история такая. Везет пока Брузерсу. Егор срывает удар. Проходит первый мяч. Сильно подает парень, но вторая ничего. И получает обратный кросс. И получает сразу обратным кроссом от Егора. Правша. Егор забегает и четко поставленным ударом, обратным кроссом, без вопросов кладет мяч по месту. Счет по 4, по 15. Брузерс четко вкрутил. Какой парень, какие данные. Ну, Егор спокоен. Такими перекрученными в центр площадки. Перекрученными в центр площадки Егор
Ну, такое ощущение, что мяч линию все-таки цеплял. Егор уверен. Значит, вот брейкпоинт. Первый же брейкпоинт. И смотрим. Первый же брейкпоинт. В середину площадки. Вот такие перекрученные в середину площадки. Да, с таких мячей Егора. Да, нужны такие вот забивные удары. Что и делает литовский спортсмен. Ровно. Проходит первое. Вот все хорошо бьет, только бьет на середину. Но бьет на середину. В этом его ошибка. А и очередной брейкпоинт у Егора Агафонова. Прошла первая подача, но Егору сейчас неправильно, ему нужно было сразу объявлять, что он и делает, затирает след, понимая, что аут нужно было объявлять сразу. Первая прошла у литовского спортсмена. Вот он спокойно положил мяч и дальше поднял мяч крученым. А вот сейчас не спешить. Если литовский спортсмен не будет сейчас спешить, то у него есть шансы. Крепкий парень. Егор откидывает мячи. Да, интересный теннис. Четко Егор противоход. Играет по месту, доходит и пробивает. Очередной брейкпоинт. Очередной ключевой момент первого сета. Прошла первая. Укорочены. Как четко играли спортсмены. Какое приятное очко. Как приятно наблюдать такой теннис. Литовский спортсмен пока что пытается удержать инициативу. Это ему удается. Ровно. Четкая подача. Четкая подача. Ключевой момент, ключевой момент. Ключевой момент больше. Очередное эйсовое направление. И по месту разобрался. Да, это два чемпионских очка литовского спортсмена. 5-4 ведет в первом сете. Пока что сохраняет преимущество. 5-4 сохраняет преимущество. Мы, друзья, с вами сделаем пока что паузу для того, чтобы начать уже со счета 5.